Творец удовольствия, Джо, говорит Вита. Вита, почему ты не пришел вчера домой? Я с ума сходила. Мама? Я не знал, что ты знаешь номер Джо, и откуда ты звонишь? Ты поговорил с мистером Папалардо насчет работы? Да, он сказал зайти сегодня. Надеюсь, он найдет мне что-нибудь. Хорошо, Вита. Удачи, бомбино мио. Ладно, пока, мама. Здрасте. А что, по радио ничего хорошего? Не лезь в чужие дела, пацан. Begun taking back the Pacific nation's capital from its Japanese captors. U.S. forces have completely encircled the sprawling city. Тянет. Чего надо? Ну, я ищу мистера Папалардо. Да? Зачем? Меня зовут Вито Скалетто. Мой отец работал на него, а я ищу работу, вот и пришел сюда. Ты по адресу, красавчик. Федерико Папалардо к твоим услугам. Зови меня Дерек. А я помню твоего отца. Хороший мужик, но пил как рыба. Как он поживает, кстати? Он умер. А, ну, когда-нибудь все там будем. А, Стив? Да, Дерек. Так тебе нужна работа, да? Ну, тебе повезло. Тут товар привезли, надо грузить. Стив тебе все покажет. Теперь марш, мой стейк остывает. Пошли. Закончишь, получишь десятку. Потеряешь или сломаешь чего, получишь шиш. Начинай и не возись весь день. Да уж, это будет ну очень весело. Кому вообще нравится таскать коробки целый день? Все. Да, я все. И десятку себе оставь. Я искал работу, а не куда продаться в рабство. Как скажешь, тогда катись отсюда к черту, чтоб больше я твою рожу тут не видел. Не волнуйся. Я раз в 100 больше заработаю в Барбаро Инкорпорейтед. Стой, ты сказал Барбаро?
Джо, Барбаро. Да, и что? Черт, знакомцы Джо не будут таскать ящики за 10 баксов. Колись, что ты затеял. Пошли со мной. Теперь что? Парень ручной труд не любит. Какого хрена? Говорит, что знает Джо Барбара. Чушь. Кто захочет таскать ящики, если знает Джо? Попробуй-ка мне это объяснить, сынок. Выкладывай. Ну, мама просила меня поискать у вас честную работу, но мне нужны серьезные деньги, так что это не вариант. Чертовы бабы, все одинаковы. А, Стив? Да, Дерек. Не хочет, чтобы ты отирался с Джо, верно? Моя была такая же. И глянь, что из меня вышло. Глава профсоюза. Весь гребаный порт в кулаке держу. И как там Джо? По-моему, неплохо. Как вы познакомились? Ну, мы с детства дружим. Я только вернулся с фронта, и он меня поддерживает, пока я не встану на ноги. Слушай, ты пойми, человеку на моем месте нужна осторожность. Конечно. Значит, ты не против, если я позвоню Джо, а? Да пожалуйста. Куда я дел его номер? А, вот. Может, его дома нет? Потом. Было бы обидно. Хай, Джо. Это Дерек. Слушай, у меня тут один тип. Как тебя звать-то? Вито. Вито. Ищет работу, говорит, что он твой приятель. Добрый друг. Я просто хотел проверить. Ну да. Ну да, герой войны и все такое. Ладно, спасибо. Позже поговорим. Извини, проверить-то надо. Джо говорит, ты только что из Италии. Наверняка себя в обиду не дашь. Если хочешь настоящих денег, у меня как раз есть дело. Ребята здесь в порту должны платить каждый месяц парикмахеру, но половина чихать на него хотела. Надо, чтобы их кто-то расшевелил. Десятку срыло. А если им не нужна стрижка? Ну, тогда тебе придется их переубедить. Понял. А если кто-то поднимет шум? Тогда выбей из них дурь. Скажем так, проучить можно, но чтобы они могли после этого работать, понял? Потому Стив этим и не занимается. А, Стив? Да, босс. Собери не меньше 250 баксов и получишь полтинник. Просто за прогулку, свежий морской воздух и общение с людьми. Легкие деньги, а? Что скажешь? Да, уж это получше, чем таскать ящики. Ну ладно, приступай. Я собираю плату за услуги парикмахера. Ах да, наверное, я забыл про деньги. Ну, спасибо за сотрудничество. Эй, приятель, Дерек собирает деньги за парикмахера. Конечно, вот, я не хочу проблем. В следующий раз не затягивай, ага? Спасибо. Так, Дерек собирает деньги за парикмахера. И что за игру ты тут затеял? Такую игру, когда ты деньги платишь и остаешься цел. Тебя что-то не устраивает? Меня ты не устраиваешь. Марш отсюда, пока перья не полетели. На, подавись. Рад, что ты решил одуматься. Эй, приятель, Дерек собирает деньги за парикмахера. Слушай, кретин, я не в духе. Шел бы ты куда подальше, пока цел. Не выйдет. Дерек хочет денег. Дерек идет нахер. Что этот жиртрест мне сделает? Убьет? Это ты сказал, не я. Ну так попробуй, ты, уродец.
Бей его, бей! Убей его! Так, у кого еще есть гребаные претензии насчет гребаной стрижки? Вот денежки, босс. Молодец. Вот твоя доля. Я видел, как ты Билла обработал. Ты хорош. Стив пробовал, но ему чуть задницу не надрали. А, Стив? Да, Дерек. Вот тебе сверху за Билла. Спасибо. Он меня уже так достал. А теперь вали, парень. Мне пора за работу. И передавай от меня привет матери. Скажи ей, что я взял тебя в помощник. Да, обязательно. До встречи. Забыл. Звонил Джо. Сказал, что ждет тебя у Фредди. Bands begin to play. Эй, где ты вообще был? Я приехал сразу, как ты позвонил. Что происходит? Помнишь серьезных ребят, которых мы пацанами видели? Да, что? У нас стрелка с одним из них. Его зовут Генри Томасино. И, по-моему, дело будет серьезное. Чего, правда? Ну да. Хватит заниматься всякой ерундой. Пора провернуть настоящее с короля. Вот он идет. Смотри, чего не ляпни. Эй, Генри, как дела? Хай, Джо. Это он? Да, это Вита, мой старый друг. Рад познакомиться. Ручаешься? Как за себя самого? Доверяю полностью. Ну тогда слушай, у меня для вас есть одно дело. За хорошие деньги. Мне нужны талоны на бензин. Их сейчас выдают мало, и они в цене. Где их возьмем? В управлении по регулированию цен. Это же федеральное агентство. Не слишком рискованно? Что? Слишком круто? Нет, нет, нет. Просто думаю, как нам это провернуть. Ну, это несложно. Ночью талоны хранят в сейфе, но а ключи наверняка где-то неподалеку. У тебя там кто-то есть? Да, у одного из моих. Там сестра. Она нам поможет? Спроси ее сам. Ее зовут Мария Аньела. Вот вам адрес. Скажи от меня. А с сейфом что делать, если ключей не будет? Ваша проблема. Сколько платишь? За талоны на 10 тысяч галлонов плачу 600 баксов. Ладно, мы в деле. Нет-нет, Вита пойдет один. На Джо у меня другие планы. Ну, что скажешь, Вита? Конечно. Да, и пушку не забудь прихватить. Никогда не знаешь, как обернется. Лучше перебдеть. А копишь? Стоп. Это вам не винный магазин грабануть. Мне нужна чистая работа. Пришьешь кого, получишь треть. Копишь? Да, я понял. Нет проблем. Ладно, когда закончишь, приходи сюда за расчетом. Ладно, пока. Удачи, Вита. До встречи.
Да, в чем дело? Здравствуйте, мэм. Я от Генри Томасино. Он сказал, что вы можете помочь мне с одной проблемкой в управлении по ценам. Да, я слышала. Что тебе от меня нужно? Мне надо туда попасть. Ладно, знаешь что? Моя сестра сейчас в больнице. Если подвезешь меня туда, я расскажу тебе все, что надо знать. Это напротив управления, так что тебе практически по пути. Да, без проблем. Reports are still coming in, but it appears that the Allies have moved another step closer to victory in securing this... Ладно, поехали. И аккуратно за рулем, ладно? Знаю я, как водит нынешняя молодежь. Ладно, высади меня вот тут, у больницы. Тебе прямо через дорогу. Спасибо, что подвез, малыш. Спасибо, Мария. До встречи. All aboard the Road King 35! Driving your automobile uses precious... Директора, здесь должен быть ключ. Ага, вот ключ. Теперь нужно открыть сейф. Денег. И ты купил себе на них телевизор. Конечно, вот эта вещь, я понимаю. Черно-белый экран, 7 дюймов, все три канала ловит. Ух ты, звучит здорово. Ты покупать не будешь, что ли? Мне хватает газет и радио, спасибо. Это ваше телевидение просто мода. Еще посмотрим, сынок. Что об этом думает Мэри? Она, ну, она его еще не видела.
Jeremy Sandstrom. I'll tell you, nothing beats the refreshing taste of Master Beer. Its crisp, refreshing taste is a real home run, and that's no surprise because Master Beer is slow aging. Don't shoot the gun, my bones deny. Ну, и как успехи? Раз плюнуть. С утра они будут в шоке. Хорошо. Вижу, Джо умеет выбирать. Хорошо. О, черт. Что не так? Еще как, мать твою, все не так. Ты припер талончики со сроком действия. Он истекает завтра. Ну и что это вообще значит? Значит, они нахрен никому не нужны будут. Хотя, постой. Если развести их по заправкам до полуночи... Их можно проштамповать и погасить. Развести их по всем заправкам в городе. Тебе надо успеть до полуночи, или мы в заднице. Не продашь вовремя, не получишь ничего. Постой, мы так не договаривались. Ты ничего не сказал о сроке действия. Ну, дерьмо случается, да. Слушай, если ты это провернешь, я тебя не забуду. Так что бегом. Чем быстрее их свалишь, тем больше получишь. In my arms for questioning. You're being held for questioning. For questioning. As I'm a victim of your charm. For questioning. And I demand an answer now. For questioning. This time you can't escape and run. For questioning. I'm holding you responsible. For questioning. For all the damage you. Слушай, у меня есть лишние талоны на бензин. Хочешь, они твои. Дешево. Да, отлично. Годится. Хорошо, держи. И никому не болтай об этом. Все? Ясное дело, приятель. Строго между нами. Смотри у меня. Приходи. Эй, хочешь купить несколько талончиков? Конечно. Но это строго между нами, хорошо? Не вопрос. Сам только не болтай. Конечно. Меня устраивает.